Здравствуйте, Михаил, поздравляю вас с выходом в следующий в полуфинал Евролиги. Расскажите, сложный был матч, судя по счету, очень. Да, матч был действительно тяжелый, погодные условия тяжелые, даже сейчас приходится перекрикивать ветер. Вот, по такой погоде всегда тяжело играть, поэтому старались в защите максимально собранно сыграть сегодня. Вот, состав был минимальный у нас, без замен играли, поэтому в защите все отработали безупречно, без ошибок, это самое главное. Ну, забить не получилось, ничего страшного, главное, прошли дальше. Вот, поэтому спасибо Фиорентине, хорошая игра получилась. Вот, моментов у нас было маловато, правда, сегодня для взятия ворот их. Но самое главное, что мы отстояли и вышли дальше в полуфинал. Так что спасибо всем за игру, вот, удачи всем. Все.